Согласно последних нововведений в жилищный кодекс и поправок в жилищный кодекс Российской Федерации, никаких новых налогов не будет, просто строка из, вернее, вот эти деньги из статьи «Содержание текущий ремонт» выделены отдельной строкой, которая проходит как вывоз бытовых отходов граждан. Это не налоги, это не дополнительные платы, просто вывели вот так.